меньше, чем у обладателя полупозиции Стоффеля Ван Дорна. И это значительно уже уступает лидеру первенства Кевину Магнусу, значит, у которого по итогам четырех состоявшихся этапов 115 очков. Дэвид Пулхард сейчас подошел как раз напутствовать перед стартом этой гонки пилота Red Bull, пилота, который пользуется поддержкой австрийской компании. Сам Дэвид Пулхард является послом компании Red Bull. Ну и по ходу этого года, я думаю, как уже задумался Moscow Racing, но впереди нас ждут сегодня первые три гонки. Итак, Стоффель Ван Дорн из Бельгии и Антонио Феликс да Кошта из Португалии на первой линии стартовой решетки. И всего лишь 36 тысячных секунды между ними по итогу квалификации обещают нам захватывающую гонку, как минимум борьбу между двумя этими пилотами. Но я думаю, что и многие другие аналисты Карлоса Сайнса старшего, чемпиона мира по классическому раллию и победителя Дакара. Здесь Карлос Сайнс младший не выступает, его заменяет Уильям Пуллер, который в прошлом году выступал в Формуле 3 и серии GP3, и там и там он добивался побед и призовых позиций. В этом году Уильям Пуллер решетки открывает еще один британский гонщик, выступающий за команду Fortec Motorsports. Это Оливер Вебб. Оливер Вебб является одним из таких крепких середнячков, или даже, можно сказать, и фаворитов мировой серии Renault. В нынешнем сезоне он уже заработал 16 очков. Ну, и любопытно, что Оливер Вебб последние два сезона провел за океаном. Он выступал в молодежной американской серии Indy Lights. В этом году он возвращается в Европу, выступает в мировой серии Renault и по итогам квалификации на Moscow Racing показал пятое время. Хотя вчера, накануне, в тренировках Магнус выглядел быстро, прибыли определенные проблемы. Посмотрим, тем интереснее будет гонка. Следом за Магнусом Михаил Алешин, чемпион мировой серии Renault, пилот, за которого многие у нас болеют, на 18-й позиции. Россиянин впереди. Далее на стартовой решетке еще один россиянин Николай Марченко. Он самая стартовая позиция. Петро Пантер на 21-м месте.
Головой 20-й и Николай Марченко на 22-й позиции. Конечно же, мы рассчитывали на лучшие результаты, но это только начало этой гонки. Плюс будет возможность отыграться еще завтра. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что сейчас не просто для наших пилотов складывается этот заезд, мы продолжаем за ним болеть. Ваша поддержка очень нужна. Дальше еще порядочно времени. Еще 26 минут остается до окончания первой гонки в рамках российского этапа мировой серии. Но я напомню, что для участников старшего... Thank you.
лучших гонщиков за счетом новичков поднимутся на наградной подиум трассы Moscow Raceway. Вы стали свидетелями интереснейшей гонки, а впереди у нас сегодня еще два гоночных заезда, но прежде церемония награждения в формуле Renault 3,5 литра. И аплодируем победителю Стоффелю Вандер. На первых двух позициях отыгрывают значительное количество очков у лидера первенства. Кевин Магнуссон вначале неудачно провел первую гонку этого уикенда. И пока что он сохраняет первую позицию, но перед завтрашним днем ситуация в турнирной таблице в главном классе мировой серии Renault, в формуле Renault 3,5 литра, обостряется. Но сейчас хочется обратиться к болельщикам. Как вам первая гонка? Сейчас на пьедестал почета. Трех призеров по итогам первой гонки пятого этапа сезона 2013 года Формулы Renault 3,5 литра на самом современном автодроме России, сердце российского автомотоспорта на трассе Moscow Raceway. Третье место призером только что завершившейся гонки завоевал голландский гонщик его команды Тегарин Рейсинг Найджел Мейкер. Сейчас флаги над подиумом, и в честь победителя Стоффеля Вандерна звучит гимн Бельгии. Yeah.
категории. Россия Фариан Ведель вручает награды за победу с командным зачетом представителя конюшни Трека Дирейсинг. Фариан Ведель, ваши аплодисменты! Ну что же, вручили сейчас все награды пилотам Стропель Бандер, Анатолий Филипп Татошко и Найджел Меркер, а также представитель команды Трека Дирейсинг. Фотография на память. Тройки призеров первой группы пятого этапа мировой серии Вино на трассе Moscow Raceway. Ну а теперь Пойдем погулять.